Всем привет, дорогие друзья, с вами Павел Георгиев, компания Георгиев Travel. Я приехал в отель Meraki Sunrise, это очень популярный отель, все туристы сюда хотят попасть. Многие узнали, что он открылся в Шарм-эль-Шейхе и пытаются сюда побыстрее каким-то образом попасть, забронировать и так далее. На большом слуху этот отель, теперь и мы с вами его покажем, посмотрим, точнее, и вы все увидите. А дополнительно скажу, что буквально в предыдущем выпуске мы были в отеле White Hills. Они находятся совершенно рядом, можно даже их рядышком между друг другом пройти. Они все вот в таком белом стиле, стильные, красивые. В общем, пойдемте смотреть территорию, номера и питание. Здесь есть небольшая, но особенность хорошая. Друзья, сразу хочу напомнить, что данный отель только 18+. Здесь также в отеле, как и White Hills соседние, это одна сеть, только это отель для взрослых. Также все в белых цветах, как вы видите, все яркое. Когда светит солнце, если прямо что глаза слепит, если честно. Но, тем не менее, крутой отель. Я думаю, для фотосессии сюда надо приезжать либо, наверное, в белом, но лучше, наверное, в каком-то темном или ярком цветах. Фотки будут крутые. В этом отеле все бассейны с подогревом, так же, как и White Hills с соседним. Так что можно купаться в любое время года, комфортно, хорошо и отдыхать. Здесь все стильно, еще раз повторюсь, да, шезлонги даже в своем уникальном дизайне. Поэтому многих, кто соскучился, пожалуйста. Загрузка у отеля, конечно, сейчас небольшая, но, тем не менее, многие сюда стремятся, особенно в активный период, когда сейчас начнется более жаркая погода, март, апрель там, и так далее. Люди сюда приезжают, и на праздники тоже очень много людей сюда приезжает. Также здесь есть много, очень много, друзья, интересных развлекательных программ. Это очень активный, на самом деле, и достаточно шумный отель, поэтому если вы идете за релаксом, то, наверное, нет, а вот за развлечениями, активным отдыхом, это точно сюда. Вот такой номер у нас в отеле Meraki. Тоже все в стильном формате, как вы видите. Здесь у нас вот такая дизайнерская вешалочка. Свет, видите, такой, он мерцает, как бы только на камере. Так его не видно, чтобы он мерцал. Я сейчас, наверное, переключусь на другой. Нет, все равно мерцает еще сильнее. Ну, друзья, ничего не поделаешь, но я думаю, в целом все понятно. В жизни, конечно, так все не мерцает. Вот, когда дневной свет попадает, то все прекрасно. Интересный, стильный дизайн, конечно. Даже, наверное, как-то поинтереснее, чем White Hills. Смотрим, здесь выход. Так, у нас здесь шторки открываются, и можно наблюдать за территорией. Так, здесь у нас нет балкона, но есть дверка выходом на свою вот такую террасу. Можно выйти сразу и попасть в зоне бассейна. Так что давайте еще раз зайдем, покажу. Заходим. У нас вот такой мерцающий номер. Ну, друзья, еще хотел сказать раз, что мерцает только на камере. Каких бы режимах я не снимал. Вот, в жизни все, конечно, не мерцает. Воздушная кровать как будто в воздухе парит. И дизайнерский туалет с коридором. Территория отеля не маленькая, но достаточно такая уютная, компактная и частично зеленая. Смотрится, конечно, очень красиво. Зелень вместе с белым сочетается отлично. Сегодня у нас такая погодка, немножко облачка, ветерок, и загрузка не такая большая, поэтому мы не видим вот этого шума и веселья, и опять же у нас время еще дневное, все обычно к вечеру начинает более быть активным. Но, я думаю, можно посмотреть концепцию, понять отеля, как здесь развлекаются все по вечерам. Вот, так что активный отель, активный для активного отдыха для взрослых. Вот мы подходим, уже потихоньку начинает играть музыка.
номера есть, как вы видите, вместе со своим собственным бассейном. Также он будет с подогревом в любое время, когда нужно будет его подогревать, когда будет прохладно, зимнее, соответственно. Да, здесь как-то поуютнее, друзья, мне кажется. Получается, вот по такой аллейке идешь, расстояние не огромное, и поэтому очень уютно. Слева, справа виллы со своим собственным бассейном. Красота. Ну, напомню еще раз, что можно все цены на тур и просто в этот отель можно посмотреть цены отдельно у меня на сайте, ниши под этим видео. Также есть мой прямой WhatsApp. Напомню, что можно этот вариант скомбинировать с чем-нибудь, не обязательно приезжать полностью на весь период. Если вы хотели отдохнуть в одном месте и потом переместиться в другое, например, сюда на 2-3 дня, это вполне все реализуемо, не проблема, можно это все сделать. Так что не забудьте, друзья, если нужна помощь, консультация, ниже по ссылочке есть мой прямой WhatsApp. Итак, вот здесь у нас территория пляжа. Смотрите, здесь такие многоуровневые беседки, где можно отдыхать. Тоже здесь заход, соответственно, с понтона. Тоже деревянные, качественные. По сравнению рядом с соседним отелем пластиковые, видите, да, разницу? Работенки здесь будет много, чистить все, но зато все чистят, все беленькое. Итак, друзья, у нас остался с вами самый главный вопрос, это питание. Давайте сейчас зайду в ресторан и расскажу вам о концепции данного отеля. Мы открыли свои двери 15 сентября 2022 году, и отель прошел серьезное испытание, потому что с 15 сентября мы принимали Miss Intercontinental. Вы знаете, что это наша такая традиционная в Sunrise, традиционный ивент. Потом COP 27, отель тоже был загружен практически по полную загрузку, и Новый год загрузка приближалась к 100%. Поэтому отель наш молодой, юный, но уже прошел 3 серьезных экзамена, которые, я думаю, мы сдали на отлично. Вы знаете, что Meraki – это отель с современной концепцией. Некоторые говорят, что у нас футуристический дизайн, некоторые говорят космический дизайн, но однозначно вы не найдете второго похожего отеля в Шарм-эль-Шейхе, второго похожего на Meraki. Да, мы отель с новой концепцией, и отличает нас именно концепция питания. Вот мы сейчас с вами находимся в ливанском ресторане под названием «Мам», да? Он перед вами. Все рестораны в нашем отеле а-ля карт. То есть в нашем отеле нет традиционного, возможно, привычного для многих ресторана с открытым шведским столом, ресторана-буфет. Кстати, такой ресторан есть у нашего старшего брата, или, как мы говорим, сестринского отеля White Hills. White Hills работает по системе премиум, все включено, и там таки есть ресторан со шведским столом. Meraki работает по системе все включено, но с ресторанами а-ля карт, коих мы можем насчитать 8, это включая, мы уже говорили, мам, ливанский ресторан, базилико – это итальянский ресторан, маншери – средиземноморский, ядес – греческий, ресторан боливар – это единственный ресторан, который работает без предварительной резервации и предоставляет две кухни – это бургер хаус и нудл, ресторан сифуд – единственный ресторан за дополнительную плату филюка, ресторан на пляже, и особенный, очень горячо любимый наш нами – это ресторан утопия, который принимает гостей по концепции утопия бич клаб. То есть концепция Utopia Beach Club – это та концепция, которая предусмотрена для гостей, которые размещаются в номерах повышенных категорий, таких как Living Etap Jacuzzi, The Party Never End Pool Suite, The Party Never End Jacuzzi Suite и 4 особенных номера, которые называются The Hall of Fame. Для гостей вот этих категорий, повышенных категорий сюитов, действует концепция Utopia Beach Club и свой, разумеется, ресторан высокой кухни Utopia. Так, смотрите, друзья, здесь дополнительно есть меню, все на телефоне. То есть гости приезжают, у них все на телефоне, они выбирают ресторан, и там уже, соответственно, ага, а дальше... То есть получается такое сет-меню, вы заходите и вас уже кормят, например. Вы уже познакомились с нашим приложением. Да, 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 мам, да. Ага, понял. То есть мы можем выбирать через телефон, понял, понял.
В общем, дополнение, друзья, к этому сказанному, да, Ириной, спасибо ей большое за пояснение концепции. Здесь вы приходите в каждый ресторан, здесь есть свое, скажем, сет-меню уже подготовленное, выбираете ресторан, а здесь уже как бы приготовлено, ну, по определенному, скажем, скажем, не стилю, а меню, да, то есть есть там салат, там морепродукт, еще что-то, вы пришли в какой-то ресторан, и вам непосредственно уже принесли под это сет-меню, ну, по очереди, да, это, ну, и напитки, соответственно, любые можете заказывать. То есть вот так это работает, вы не садитесь, не выбираете по меню и вот это или вот это, а уже конкретно заранее проработанный сет-меню, который вам начинают приносить потихонечку. Вы ищете, где нас забронировать, пожалуйста, бронируйте в Георгиев Тур, Георгиев Тревел, Георгиев Тревел видел наши отели, все снял, все о них знает. Ну что, дорогие друзья, думаю, в этом красивом месте можно завершать мой небольшой обзор отеля Мираки. Поверьте, это классное размещение для взрослого отдыха. Здесь будет комфортно, уютно. Вы получите здесь кучу эмоций от анимационных различных программ, а также, соответственно, можете делать крутые, классные снимки, потому что в таких местах всегда получается все очень сочно, ярко и красочно, когда вы в цветном или в каком-то еще чем-то на белом фоне, просто красота. Так что, друзья, рекомендую данный вариант размещения. Можете его бронировать всегда у меня. Ссылочки все под видео. С вами был Павел Георгиев, компания Георгиев Travel. Увидимся в следующих видео. Пока!